Вы на канале Сержкураш ТВ. Сегодня поговорим про такую колоду карт. Колода карт Моментум Мори Голографик. Вот тут можно увидеть, что всего 3000 тираж. У меня 710-я колода. И сейчас будем ее открывать. Эй, Кардис Тормен, дай-ка выбрать карту мне. Шатан Текки 7 или Туз Бубей. Кто ты, Коттерфильд или Дэвид Блейн? Я тот, кто стреляет, как ты точно в цель, бэйн-бэйн. Данную колоду я взял за 3300 рублей. То есть это еще на самом деле не так-то и дорого, потому что есть и цены подороже. Я находил точно такую же колоду вот за где-то 9000 рублей с копейками, да. Дизайн колоды, как вы видите, колода вся разливается разными цветами, довольно красивая рубашка у нас. Судя по дизайну, эти карты, видимо, созданы для масонов, фокусников или мормонов, как правильно сказать. Да, явно колода карт показывает о вашем престиже. А давайте посмотрим на ощупь. Слушайте, на ощупь они такие приятные. Давайте попробуем сделать веер. Я веера не очень, конечно, люблю делать, но вот какой-то такой более-менее веер получился. Попробуем сделать анаконду сейчас. Ну, вроде ни одной карты не упало. Еще разочек побольше анаконды. Ну, слушайте, анаконда вообще отлично делается. Ушка, сколько она. Попробуем что-нибудь такое. Ну, слушайте, карты довольно хорошо держатся в руках. То есть их очень приятно и удобно крутить. Опачки. Неловкий момент. Но крутить их довольно удобно, что я могу сказать. Вот. Что бы вам еще сделать? Ну, довольно легко они так выпрыгивают. Меночку какую-нибудь попробуем. Ну, слушайте, но... Не знаю, там видно, да?